Хорошо. Ульк. Очко навык у нас. Итак, качаем на 50% дольше. О, у нас все открыто. Вы гляньте, ну почти все. Вот это по-любому качаем, да. И вот новую ячейку. Ничего особенного. И вот. Окей. А надо было вот это еще. Получить дополнительную ячейку здоровья. И у нас еще плюс какой-то есть инъектор. Доступно 13 навыков. Сейчас гляну. Смотрите. Создание предметов. Вот, усиление чувств, по-моему, это. Нет. Боевые стимуляторы. Так, где же это такое было-то? Может быть, здесь? Нет, слушайте, где же это такое? Медицинский, вот, наверное. А, 4 ячейки здоровья. Голубой лист и... О, зеленый листов сейчас надо набрать. На островок на какой-то мы плывем, сам честно. На те горы, наверное, нельзя забраться. Ну, конечно, нельзя, это слишком высоко. А небо настоящее. Ладно, да, быстрее плыви уже. Голубой листик у нас есть, поэтому не будем нырять за ним. Используем голубой листик, чтобы нырнуть за голубым листиком. Смотрите, каково я вижу. Сейчас мы испытаем наш новый навык. Надеюсь, тут больше никого не было. Так, солнечные очки. Здорово. Какие-то звери. Давай, поплачь еще. Господи. Я беру что хочу и когда хочу. А я даже не заметил, походу. Спасибо. Не за что. Ты спас мне жизнь. Конечно, спас. Так, ну все. Опять собаки здесь. Твою-то дивизию. Хорошо, если ты не заметил. А, даже не в голову, обалдеть. Я там... Не заметил. Ну это что-то типа аванпоста, только более большого. Запалили. Хорошо. Вас, козел, даже собак на себя перебовал. Бузон там какой-то. Что тут происходит? А, вот сюда нам надо идти. А что нам надо сделать? Войдите в город. И где мы против вас? Я один тут разбираюсь. Так. Ага. Почему-то я обезоружен. Теперь с оружием. Узон. Сюрприз, мудила. Думаешь, я не знал, что ты приедешь? Я разочарован! Я так на тебя надеялся, Джейк! Такой мне потенциал! И вот и здесь! Здесь повсюду огонь! Потому что бы тигры не вышли наружу. Плачу десятку! Первому, кто принесет мне машину, получается на броси! Чего? Бляха ты. Заряжайся. Сюда они сейчас закидывают гранаты. Меня тоже кто-то пальнул, по-моему, гранатой. Ну чё, сейчас будем месить их. Так. А, в задницу. Пулемет нам на что, согласны? Так, чё тут? Ничего, братан! Не волнуйся! Я тебя тоже не люблю! Когда увидите, ладно, когда увидите! Так, ну что? Этот костер разожгли здесь. Эхо от пулемета, слышите? Вот уроды. Огонь везде, огонь просто.
тушись ты, ёб твою, я же погасил. Придется выбираться отсюда, тут, тут все в огне. Ну-ка. Не, ладно, двери не будем выпускать. Что я боюсь, они и нас тронут. Патрон мало, перезарядим. Прорвитесь с боем, блин. Ну хрен вы, я один тут прорываюсь. Где эти племя раков? С которым мы должны были вместе все это дерьмо делать. Мне кажется, тигр уже вылезет оттуда. От этой помпёжки клетку разнесет. Патрон нет, как мы вас будем мочить? Там, чтобы он не сгорел, тигр. Вас! Чё? Вас! Где же ты? Где же ты? Выходи, дерь! Ты водишь, мудила. О, откуда у тебя он нож-то этот? Или это не он? Теперь точно замочил нас. Опять глюки. Это как метро. Кто ты, Джейс? Что ты за человек? Весь мир балансирует, а я точка равновесия. Грёбаное небо, ты думал, что ты схватил судьбу за вертлявую жопу? Но, брат... Ты сильный, могучий. Как тебе с моей сестричкой? А? Она хочет сделать тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Давай, нажимай. Спускай курок! Застрели! Ты — это я, а я — это ты. Вроде попал по нему. А тут целиться надо не обязательно. А чё они пишут, сколько у нас патрон? Я ж так не смогу ориентироваться, когда перезаряжаться. Сдохни, сволочь! Да уж. Обалдеть, тут еще инъекторы. Ну, ладно. Коли-то... Ух ты, ё-моё, трое. Ну, чё, справимся. Чё? Ты — это я, а я — это ты. Придется отходить. Перезаряд. Нужные моменты. Двигаемся только вперед. Сдохни, сволочь! Ага, давай, сдохни. Целиться надо не обязательно. Ну, он себя поджег. Коктейли Молотова. Прибег к сраному кресту! И дай возродиться!
Расплата готова. 3000 опыта. Очко навыка. Надо было Escape успеть нажать. Ну все, мы замочили моего чувака этого васа. Тут некоторых я видел, как пишется не вас, а вас. Как-то так. О, это тоже на белом фоне. Have you... Что-то там. Отгадала загадку. Понятно. Ну, наверное, еще не все. Джейсон. Ты храбро дрался, воин. Встань. Насладись победой. Она хочет сделать тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Вас мертв. Переходит и грохнуть надо. Он бросил меня, племя, своих родных. Хойт Волкер соблазнил его деньгами, наркотой. Он стал чудовищем, но он был моим братом. Хойт заплатит за то, что сделал. Тебе и моим братьям я заберу его жизнь. Твои друзья? Они уедут. А я останусь с тобой. Я рада этому. Как ты убьешь Хойта? Я встретил шпиона по имени Уиллис. Он проведет меня на остров Хойта. Умно. Ракьет будут скучать по тебе. Ой, что за дрянь ты, пап, дала мне? Вода, что ли? С листьями. Вернись ко мне. Кракьет. Скорей. Отлично. Где я не пойму, ёб просто. Что это за место-то интересное? Где это на карте такое? Храм. Я сюда могу попасть даже? Не, вряд ли можно забраться. Что-то я себя там поджег знатно. Ну как далеко переть-то? Давай, дыши, сейчас доберемся. А, все, уже вышел. А, нет, еще нет. Так вот, тут вход был, а я тупил там через центр как-то проходил странно. Понастроили, блин, ходов тут. Джейсон! Уже уходишь? Деннис, я... Ты все еще работаешь на Цитру? А? Мы такие разные. Ты и я. Когда-то мне пришлось побывать в шкуре иммигранта в Штатах. Я работал механиком в гараже.
Все смеялись над моим акцентом. А хозяин платил мне меньше, чем остальным. Они хотели... Ну, унизить меня, сына генерала Либерии! Меня унизить! Но я-то знаю, кто я такой. Цитра освободила меня. Она со мной. Желаю удачи, Джейс. Твои миссии, да? Здорово. Ну, теперь... Чё нам? Хота? Хой-то мочить надо. Так, надо поговорить с друзьями. Поговорим в следующей серии.